эксцентриссимо. Демонстрировать патриотизм и отдыхать на родном юге принято не только у нас. Новый президент Франции Эммануэль Макрон августовский отпуск проводит тоже в родной стране, в городе Марселе. Вместе с женой он поселился в особняке своего родственника, осматривает замки, музеи, совершает пробежки по пляжу, заглядывал вот в гости к футболистам местного Олимпика. Кроме загара, Макрон приобретает еще и симпатии французов. Марсель – курорт народный, не фешенебельный, отдых там повышает престиж политиков. Не знал об этом один из предшественников Макрона Николя Саркози. Он предпочитал элитный отдых на американских озерах, поэтому, видимо, и не переизбрался на второй срок. А в Италии в этом году политики трудятся без отдыха. Да что там политики? Даже глава Ватикана Папа Римский Франциск отказался от традиции ежегодного отпуска и разных поездок. Он засел дома и пишет книгу. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони, весь его кабинет тоже сезон отпусков пропускают. Страна полна мигрантов из Ливии, уехать нельзя никак. И только экс-премьер Сильвио Берлускони купается на Сицилии в окружении красивых женщин вне зависимости от политической ситуации. Себе никогда не изменял и не изменяет. Эксцентриссимо.